Всем привет! Ты смотришь «Универ Ньюс», и сегодня в студии я, Диана Шилова. Мы начинаем наш выпуск. Бурная научная жизнь кипит в стенах «Альма-Матер». Совсем скоро казанские ученые найдут новые лекарства из бесчисленных химических соединений. Расширяем свой кругозор в области гуманитарных наук и искусства. Какие изменения в КОЭС-рейтинге произошли за 2017 год? Ректор КФУ вручил лучшим выпускникам 2017 года дипломы с отличием. В Казанском университете активно работает магистратура по хемоинформатике, которая является третьей в мире действующей программой по данному научному направлению. В чем необходимость развития малознакомой науки, выясняла Аделя Шемилова. Летняя школа-конференция по хемоинформатике уже третий раз открывает свои двери. Предназначена школа для тех, кто желает расширить свои познания в данной области, и тех, кто даже не знаком с базовыми ее понятиями. Хемоинформатика – это новое и крайне востребованное мультидисциплинарное направление современной химической науки, находящееся на пересечении химии, биологии, математики и информатики. Основными целями данной дисциплины являются хранение и организация доступа к химической информации, а также ее использование для создания соединений, реакций, материалов, обладающих заданными характеристиками. Основное применение хемоинформатика находит в создании новых лекарственных препаратов для медицины и ветеринарии, а также широко используется для создания инновационных материалов, катализаторов, реагентов для химической промышленности. Эта школа объединяет ведущих ученых в хемоинформатике, которые рассказывают о самых современных достижениях в этой науке и вообще использование информационных технологий и компьютерных технологий в химии для того, чтобы решать химические задачи. Летняя школа ставит своей целью создание условий для подготовки в России специалистов по хемоинформатике мирового уровня, а также формирование учебно-научной среды, объединяющей представителей академической науки, фармацевтической и химической промышленности и IT-специалистов. В течение 3 дней в летней школе будут выступать ведущие российские и мировые ученые по различным аспектам хемоинформатики с пленарными докладами о достижениях, успехах и современном состоянии науки. Работа школы продлится до 7 июля. Принять участие в ней может каждый желающий. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подтвердил, что университет сохраняет планы войти в топ-100 мировых вузов к 2020 году. По направлению гуманитарной науки и искусства вуз расположился на 8 месте по России. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. Смотрим! Казанский федеральный университет заметно поднялся в глобальном рейтинге КОЭС, улучшив свои позиции на 50 пунктов. Среди российских вузов КФУ расположился на 12 месте. Кроме того, университет по-прежнему располагается в рейтинге выше, чем другие федеральные университеты. Для институтов попадание в предметные рейтинги является основным показателем эффективности. На сегодняшний день имеются хорошие результаты по гуманитарным наукам и искусству. 8 место по России. Университет нацелен на продвижение таких направлений, как лингвистика, английский язык и литература. С 2013 года, когда уже была утверждена программа повышения конкурентоспособности вузов, наш коллектив более адресно, более конкретно работают в данном направлении. Для достижения таких результатов были изучены опыты вузов, которые сегодня входят в сотни мировых университетов. Коллектив института участвует в различных научно-образовательных мероприятиях мирового уровня. Таким образом, статус вуза повышается, и университет начинает входить в состав мировых ассоциаций. Буквально несколько лет назад вошли в ассоциацию языковых тестеров Европы. В эту организацию, в эту ассоциацию входят 74 университета, и недавно вот мы тоже стали членами данной ассоциации. В состав ассоциации институт вошел с проектом по татарскому языку. Сегодня, кроме КФУ, данной программы никто не занимается. В 2017 году по направлениям английский язык и литература институт набрал 50,2 балла и занимает 285-ю позицию в мире. Но нужно понимать, что данной проблематикой занимаются практически все страны. И поэтому достигнутый результат – это хорошее достижение. Мы совместно с Министерством образования, правительством нашей республики решили заниматься вот этими вопросами. В настоящее время в институте нашем функционирует центр тестирования по татарскому языку, и мы, консультируясь, общаясь,
работаем с ведущими мировыми экспертами в данной области. Одна из ближайших задач – это организация и проведение саммита языков и культур в октябре 2017 года, где будут обсуждаться вопросы в области сохранения и развития языков и культур. Благодаря сотрудничеству и поддержке зарубежных ученых и экспертов, университет уверенно движется вперед. Мы хотим, чтобы саммит получил международное мировое признание, наверное, в первые годы, пока этого будет достичь сложнее, но последующие несколько лет у нас есть свое видение, свои некие уже ориентиры, куда мы хотим прийти. Одним из основных направлений педагогической деятельности сегодня является формирование гуманитарной личности, что требует выработки эксклюзивных качеств у будущего выпускника. Подготовка специалиста направлений искусства и гуманитарной науки подразумевает формирование личности, обладающей широким арсеналом профессиональных знаний, планирование культурной деятельности, а также детальный разбор классического современного искусства, философии мертвых и современных языков. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Лучшие студенты, проявившие себя не только в учебе, но и в творчестве, спорте и общественной жизни, отметили выпускной в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Поздравляете, первый выпускник Казанского федерального университета! Здорово! Академическая шапочка выпускника и сотни радостных лиц можно было увидеть в Институте управления экономики и финансов. И это означало одно. Лучшие студенты университета пришли получить лично из рук ректора свой диплом. Я так ждала этого праздника на самом деле, потому что это такой масштабный большой университет. И очень приятно быть лучшим выпускником, одним из лучших в этом университете. Все вроде бы как закончилось, и закончилась учеба. Все эти 4 года пролетели очень быстро, и начинаешь вспоминать первый курс, второй, третий, четвертый, студенческую жизнь, научную деятельность, всякие дни первокурсника, студвесны. В общем, я очень рад, что я учусь в Казанском федеральном университете. Небольшое волнение, радостное волнение, полна восхищение, то, что все закончилось. В этот день в актовом зале собрались 250 лучших студентов «Альма-Матер». Всего же КФУ в этом году окончили более 8 тысяч человек, причем более 2000 из них с отличием. Студенты университета вносят огромный вклад в его развитие, поднимаясь с каждым разом университет на высокий уровень. Тот университет, который вы заканчиваете или выходите со стен университета, это разный университет. Мы с вами прошли весь длинный, достаточно непростой путь форматирования университета, формирования его единой корпоративной культуры. Мы отрабатывали на вашем поколении студентов новые технологии. И все это делали вместе с вами, получая обратный отклик. Думается, что каждый из выпускников будет с трепетом сердца вспоминать те мгновения, которые они провели в университете. Практика характерна для института экологии, когда мы все в таком домике, заповедники такие, без холода, без отопления, в дождь, были все вместе. И вот тут чувствуется студенчество, когда мы всякие задачи делаем, домашку там. Первый выход на большую сцену Уникса, когда сидит большое количество зрителей, и ты такой маленький, что-то пытаешься рассказать, какую-то историю. Это очень здорово. Очень здорово, что помимо обучения можно заниматься каким-то творчеством и находить себя в этом. На первом курсе пересдавал экзамены, думал, все уже отчислят, но выкарабкался, сдал, и вот в итоге даже красный диплом получаю. Это был день, когда я получила грант на свое исследование. Когда я получила этот грант, для меня он был самым запоминающимся. Лучшие выпускники университета вручили лично ректору бинокль как капитану славного корабля под названием «Казанский федеральный университет». Церемония награждения выпускников-отличников завершилась совместным фото на знаменитой лестнице. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и наслаждайся каждым днем лета. До новых встреч!